Здравствуйте, я вас приветствую на своем канале. И сегодня я вам хочу показать одну из работ вышивки бисером по гобелену. Гобелен был блеклый, некрасивый, и я решила расшить это полотно. Это частичная вышивка, фон не вышивался, вышивались одни картинки, что присутствовало на самой картине. И посмотрите, как красиво это все получилось. Размеры этой картины все-таки большие. 69 на 47. И вам еще сейчас покажу тоже свою работу, вышивку по гобелену. Вот она, девочка с кроликом. Это работа без стекла. Изначально вот этот бисер был серебристый, красивый. Со временем он потемнел. Вот это платье сделано из одного бисера. Внутри менялась только нитка. Посерей, побелей, пожелтей. И видите, оттенки платья у нас разные. Кролик делался из обыкновенного непрозрачного бисера. Бисер китайский. Я вам советую для своих работ брать чешский бисер. Травку я делала. Набирала по несколько штук бисеринок. 3, 4, 5. И потом я их закрепляла. Бисер тут на травке тоже не блестит. Обыкновенные пластмасски. Но посмотрите, как красиво это все смотрится. Попробуйте, купите обыкновенную картину из гобелена, которая не натянута на фанеру, а просто вот тряпку. И попробуйте расшейте, и посмотрите, какая у вас красота получится. Всего доброго! Если вам понравилось, ставьте лайк. С вами была Валентина.